с вами сегодня посмотрим очень интересный матч. Это действительно одна из ключевых игр второго тура. С начала этого тура, да, мы наблюдаем с воскресными матчами. Их было уже очень много. Сегодня в Новороссийске интриг достаточно. Потому что сюда в гости к дебютанту первой лиги, давненько уже Черноморец не появлялся тут на этом уровне, приезжает один из фаворитов. Поехали. Черноморец против московской родины. Давайте к составам команд перейдем. У Черноморца в воротах Даниил Фролкин, первый номер. Юрий Будаян, 24-й. Родина в атаке. Можно бить с левой. Удар! Это как раз Максим Турищев, у которого очень неплохой дальний удар. Сейчас акцент сделал не на силе, а на точности. Отличный момент может здесь быть. По-моему, Насыров прострелил, даже пробил по воротам. Классно подключился. Вот ничего не скажешь. Превосходная атака. Это все-таки Гордишенко был. Прошу прощения. Одна из опций, которую способен предложить Астемир Гордишенко. Посмотрите, он никогда не чурался вот этого дриблинга. Он всегда старался сыграть эффективно и эффектно одновременно. Насыров с мячом. Подача. Вот эти передачи его очень яркие. И Тимошенко прощает сейчас оборону Черноморца, но вот дали возможность этот мяч принять, да, пас-то был хороший. Нужна подача, нужна. Пас отличный, и дальше удар по воротам, Городовой спасает. Да, открывался, получил мяч, очень технично его остановил, обработал, никто его не держит. Вот как же Родина уже не первый раз проваливается в своей штрафной в обороне. Две минуты до конца первого тайма, Садуев. Сам в одиночку прошел, можно делать передачу. А вот сейчас уже бить, что он и сделал, подработав и перейдя мяч под левую ногу. Ну как, Садуев троих прошел на одном пятачке. Очень нравится Садуев. И по первому тайму вот сейчас тоже настроение не потерял. Гордишенко, отличный финт. Уходит в центр, отсюда можно и пробить, но он делает передачу на Калмыкова. Удар, штанга! Дескать, тихий Сапов подошел, подправил, подработал. Вот такой ударчик у Амурчика может быть, да? С правой ноги. Будет ли удар? Пока по штрафную, только Калмыков не был в офсайде. Нужна подача теперь уже. А он низом на Тимошенко, и тот подставляет ногу. Вот еще раз, с этой точки будет очень удобно смотреть. Это было здорово. Все-таки Юг России, прекрасная команда со своими болельщиками очень верными. Деркин с мячом, удар. Ну вот и Артем Деркин как раз в вопросе становления. Это новая команда. В выходе на новый уровень очень здорово способен помочь. Воропаев. Действительно, в последние минуты Родина чаще мячом владеет. Воропаев в центр смещается. Можно бить по воротам. А Артем, на мой взгляд, все-таки был способен нанести удар несколько раньше. Удивительного выпада Родины. Потом уже на последних секундах взять и удивить Родину самому, черноморца. Удар по воротам! Как опасно могло быть! Дальних ударов такого рода сегодня было не очень много. Тем более, хорошая была позиция. Вот он даже споткнулся, не веря в свое счастье, что он совершенно один и с мячом, и на ударной позиции. Пожалуйста, ведь никто не встречает, не выдвигается. Опять борьба в середине поля. Все как будто бы замедленные съемки. И в этот момент Иван Сиденков дает финальный свисток. Ну что, конечно, 0-0. Мы же любим футбол, где голов много. Голов много забивается в изобилии. Но сегодня, я думаю, заслужена ничья в этом матче по его итогам. Потому что по большей части это был действительно ничейный матч.